Можно выставлять PvP-опции, но это для тех, кто хочет черкать города. Есть такая вещь, как выбор города. Можно стартовать случайными городами, мы с вами рассмотрим этот вариант, и случайными героями. Можно при желании вычеркивать по очереди города до тех пор, пока останется три города, из которых сначала один выбирает себе игрок, и потом из двух последних второй. Нажимая на эти города, вы видите, их вычеркиваете. Осталось три последних, из них выбрали, какие вам надо, и все. Например, вам надо определить, а кто же из вас будет первым начинать там вычеркивать города, это так называемый черк. Или кто из вас, к примеру, хочет выбрать первым цвет и так далее. Есть такая вещь, как кинуть монетку. Первый игрок, например, загадывает от 0 до 1 и пишет об этом второму игроку. И кидается монетка. Монетка 0. Если человек загадал 1, то он проиграл. Если загадал 0, то он выиграл, и он там решает какой-то момент. Можно сгенерировать случайный город. Например, вы решили на зеркальном шаблоне или на обычном играть одинаковыми городами. Генерируете случайный город, выпало плот, к примеру, все, вы за этот город, например, играете. Можете дальше, там, они случайным образом выпадают, там, как повезет. Можно случайную пару сгенерировать. В этом случае выпадает, например, сопряжение на темницу, и каждый игрок начинает торговаться. Это называется выбор города по торговле. Кто предложит больше золота, тот и выбирает себе город как таковой. Например, если вы играете на 200% сложности и, в общем-то, с плагином Have a Rules, вам дадут 2500 золота на старте. Вот на эти 2500 вы и торгуетесь. Остальное золото переводится сопернику. Если на 160, как большинство игр, в принципе, проходит, у вас есть 10 тысяч золота. Вот на эти 10 тысяч золота вы и торгуетесь. Например, первый игрок говорит, я даю тебе 1000, пишет золото за то, чтобы выбрать город. Второй говорит, нет, а я даю 1500. Первый говорит, нет, а я 2000. Второй говорит, 3000. Доходит, например, до 5000, до 7000. Ну, допустим, до 7, да? И в этом случае красный игрок говорит, ладно, я согласен. В этом случае ему эти 7000 надо добавить. Пишите вот так, красному игроку 7000, нажимаете на кнопочку «Перевод золота» сначала. А синему пишете минус 7000. Поэтому тот, кто будет играть красным цветом, у него будет 10 тысяч золота на старте. К ним будет добавлено сразу же 7 тысяч золота. Это уже 17 тысяч золота. А у красного будет от 10 тысяч золота отнято 7, и у него всего лишь 3 тысячи. Вот представьте, один стартует 17 тысяч, второй стартует 3 тысячи. Уже как бы неравные условия. Но зато в этом случае тот, кто имеет возможность выбрать город, он себе сразу город берет более какой-нибудь комфортный для него и думает, ладно, то золото, которое я отдал сопернику, я его за счет лучшего города попробую переиграть. Потом точно так же можно торговаться за выбор цвета. Точно так же предлагаете, кто больше, второй кто-то соглашается, как на аукционе, и точно так же в целом смотрите, сколько кому золота надо перевести в общей сумме, и все это дело переводится. Ну а как я говорил, можно играть рандомным выбором. Тут уже каждый из вас может решить сам, что для вас лучше.